Всем привет! И все заслонят. Хочу похвастаться. Приобрел циклон перепылесос. Своему пылесосу систему циклон, которая позволяет хорошенько прибраться в себя в мастерской. Вот сейчас баловался, 70-литровая емкость, вот буквально по углам прошелся. Где-то, где я не доставала щетка, где-то под столом, где-то еще в каких-то местах. Вот примерно половину емкости заполнил пылью, опилками и прочей непотребщиной. Вот. Очень удобная штука, я доволен. Хочу порекомендовать вам мастера, который изготовляет это. Зовут его Денис. Найти его можно на онлайнере. Ссылочку дам в описании. Очень душевный человек. Приехал, дождался меня там, наверное, ближе к 12 ночи, было, он сказал, приезжайте, все отлично. Ждем. На выбор показал мне емкости. Объяснил, куда какой шланг подсоединять, в чем принцип турбины. Значит, единственное, что я не стал использовать, как вот многие советуют, вставлять сюда пакет. Наверх вставляет вот эту улитку, которая создает турбоэффект. У меня получилось так, что пакет был меньше емкости, его, видимо, я понимаю, прижало к горловине вот этой улитки, и все опилки, минуя бак, упираясь в пакет, вот тут вбились в кучу. И прям пошли в пылесос. И там буквально через несколько минут он перестал, ну, так эффективно выполнять свою функцию. Забился мешок. Потом я пакет убрал, и, ну, мощность такая создается. Я, честно говоря, был, ну, я так не ожидал, потому что пылесос очень старый. Ну, чтобы не соврать, ну, наверное, больше 10 лет, или около 10 лет, написан на 1600 ватт, ну сколько там реально мощности, можно сказать. Ну, пылесос хороший, интересный, Hyundai. Как ни странно, подходит и к доминошке F-Stole, подходит к Makita циркулярка. Да, мне кажется, он ко всему подходит, и вот отлично подошел к циклону. Кстати, был у меня родной шланг, я его не выбрасывал, оставил. Уже вышеописанная причина, вот он. Но минимальный, а в чем интерес, в чем работа циклона, что диаметр внутренний, диаметр, который идет под пылесоса на улитку, должен быть больше, ну, в каком-то коэффициенте, больше, чем выходящий шланг, которым непосредственно собирается опилка. Здесь у меня, ну, что-то порядка 28, наверное, внутренний диаметр. И у Дениса минимальный был, ну, что-то такое, может быть, чуть больше, там, около 30. Поэтому прямо на месте мы отвинтили этот шланг, придумали систему, очень плотно Денис прям там все посадил, смонтировал вот эту систему на пылесос и подобрал мне шланг большего диаметра. В общем, я доволен. Огромное ему спасибо. Вот буквально вот от души советую. Ну, а как выглядит вообще эта штука? Эта штука, сейчас попробую поднять. Вот, только не прокинулся пылесос. Она прокинулась, одевается на емкость, которая собирает опилки. Аккуратно зажимаем, не спеша. Из-за уплотнителя он такой немножко инертный. Зажали. 1,40 м от пылесоса к емкости к улитке и 4 м шланга на сборку мусора. Ну вот, собственно, поделился. Всем удачи!